В Когалыме осталось 98 аварийных домов. В них проживает более 2500 человек. Расселение людей из потенциально опасных квадратных метров не прекращается. В этом году муниципалитет уже закупил 23 квартиры для будущих новоселов. По предписанию прокуратуры, жильцов аварийных домов, которые находятся в критическом состоянии, расселяют в первую очередь. Всего же к 2025 году более 20 тысяч югорчан переедут из аварийного фонда. Таковы совместные планы правительства региона и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Эти намерения прописаны в соответствующем соглашении. Эффективность переселения зависит от финансирования и обязательно от темпов строительства. То, что мы приобретаем у застройщика, это первичный рынок, а в случае, если освобождается муниципальный жилищный фонд, вторичный рынок, мы точно так же направляем их на переселение.